Реконструкция очистных сооружений Кудепста стартовала в 2015 году. Новое оборудование смонтировано на первичных и вторичных отстойниках. Установлены современные аэрационные системы, обновлены приемные камеры, заменено насосное оборудование. Модернизации подверглись также канализационные насосные станции. По Адлеру проложены километры новых систем водоотведения. В результате значительно улучшилось качество очистки сточных вод, появилась возможность подключить к централизованной системе канализации до 7 тысяч новых абонентов. В общей сложности было потрачено около 500 миллионов рублей. Сегодня мы развиваемся, что мы идем вперед, что сегодня Сочи Водоканал вкладывает, скажем, собственные средства, производит инвестиционные программы, привлекает со стороны средства. То есть они используют те механизмы, те рычаги, которые в свое время не были использованы. Это необходимый путь развития. Другого пути у нашего города просто нет. Еще один путь развития – создание комфортных условий для абонентов. В помещении Адлерской службы Сочинского водоканала торжественно открыт центр оказания услуг. Здесь действует электронная очередь. В одном месте собраны все необходимые абонентам специалисты. Тут же работает касса. Год назад такой центр был открыт в головном офисе предприятия, а в апреле еще один заработал в Лазаревской службе Сочи водоканала. За этот период мы уже приняли в двух аналогичных центрах более 130 тысяч посетителей наших абонентов. Локальный центр может обслужить, ну, примерно 100-150 человек за смену. Мы в части своего развития выбрали клиентоориентированность как основной приоритет. Это очень важно, когда абонент может очень быстро, качественно получить свою услугу. Центр оказания услуг в Адлере находится на улице Котовского, 3, в здании районного подразделения Сочи водоканала. Работает ежедневно, кроме выходных. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.